Всем привет, с вами Чумной Доктор, и я должен вас всех поздравить, а вы можете поздравить меня, если захотите. Нас 1000. Вот честно, я никогда не думал, не верил, что когда-нибудь это случится. Вот я вам честно скажу, этого я не ожидал. Вот честно скажу, что когда-нибудь у меня что-то вообще получится, хоть какую-то цифру нормальную добиться на YouTube. А, да. Извините, что видео выходит так поздно. Что это уже, аж уже сколько там, 102 человека получается. Я только буквально вот пару часов назад приехал с командировки. Часов 5 назад с командировки приехал. Неделю у меня в городе не было, дома не было. Вот сейчас вот сел записывать, поел, отдохнул немного и вот сел. Как видите, опять Старкрафт, уже, наверное, этих Старкрафт вам уже поднадоел. Доту я не играю. Не знаю, стоит ли туда возвращаться. Но хоть что-то. Некоторые там блоги снимают на фоне CSGO или что-нибудь там еще. Я в эти игры не играю. Я человек, так сказать, играю то, что мне нравится, то, что я хочу и так далее. Ну, этой цифры я ждал, если так не соврать, наверное, лет 7 я этой цифры ждал. Этой 1000, потому что каналу моему 7 или 8 лет уже. Все началось с обычных AMV. Обычных AMV, и вот сейчас уже и прохождение сейчас все это продолжается, потому что AMV, так сказать, не то что невыгодно, а его YouTube всячески блокирует, и там, в общем, невозможно их делать и так далее. Да и времени, конечно, уместить аниме смотреть нету. Я хочу сказать пару слов. Большое вам спасибо тем, кто смотрит меня, кто пишет комментарии, ставит лайки. Большое вам спасибо. В конце концов, не было бы вас, не было, естественно, бы и меня. Так что я очень сильно вам благодарен. Так, надеюсь, дальше больше будет. Надеюсь, будет дальше больше, как говорится. Есть к чему стремиться. Надеюсь, что у меня дальше получится. Дальше подвинуться на YouTube. Может, кому-то не нравится тем, что я занимаюсь, но, извините, что делаю. Делаю то, что могу. Стараюсь, как могу. Да даже не знаю, что сказать. Речи не готовил, ничего не готовил. Буквально, блин. Еще раз скажу, даже не буду. Это так. Не буду даже откидываться. Большое вам спасибо, народ. Прям вот благодарен вам очень сильно за то, что вы есть. Прям. Так, большое вам спасибо. Честно скажу. Я не верил, что у меня эта цифра когда-нибудь когда-то будет. Вы бы знали, сколько раз я хотел бросить это все. Типа, никто не смотрит, зачем мне это надо и так далее. Вы просто не представляете, народ. Сколько раз я хотел это бросить. Даже вот в последнее время буквально. Тут вы как чувствуете, тут же начинаете комментарии писать. О, там, это. Я такой, блин, мне люди-то пишут, смотрят, надо что-то выложить, что я. Кину, что ли, как название-то? Вот. Только вот, то, что вывод. Пишите комментарии, ставите лайки, что кто-то смотрит, я вот очень рад. Спасибо вам большое, народ. Буду стараться дальше, буду улучшать контент, стараюсь. Могу лучше, я знаю, но, к сожалению, возможности не позволяют. К сожалению, возможности не позволяют. Финансы не позволяют там улучшить железо. С финансами вообще последнее время туго, я не знаю, что вообще, как жить в нашей стране великой и могучей. С финансами вообще полная беда. Знаю, что некоторые сейчас, ну, ждут там современные игры. Там, вот, я вот очень жестоко хочу поиграть, дико прям
Doom Eternal, но, к сожалению, денег у меня на него нету, чтобы его купить. Сейчас еще выходит Total Warhammer 3, его, к сожалению, тоже я поиграть не скоро смогу, хоть я и большой фанат серии Total War Warhammer. Не только Total War, точнее не только Warhammer Total War, а вообще серии Warhammer и Total War. Это шедевральные серии, я, к сожалению, вот новинки вот не могу играть в связи с тем, что у меня вот финансы прям вылезают жестоко. Надеюсь, что ситуация с финансами стабилизируется, когда-нибудь, может быть, железо обновлю. Пока так, извиняюсь, что если бывают во время записи прохождений, как это сказать, как бы это сказать, бывают эти посиды FPS, конечно, железо у меня, не сказать бы, что прям вообще, чтобы топовое, я бы не сказал, чем могу, как говорится. Может, кому-то не нравится, что я прохожу, как я прохожу. С вами материться меньше стал. Конечно, в последнее время опять начал, блин, но... Но все равно. Это лучше так, чем... На поле боя забрел еще один элементаль. Сейчас вот разберите, думаю, раз уж наш добрый тысяча наконец-то, думаю создать страницу ВКонтакте. Естественно, страница у меня там будет фейковая. Лицо я свое показывать не буду. Создам группу ВКонтакте, так и, во-первых, это будет очень полезно, потому что многие, ну не многие, но бывают люди пишут, типа вот, той же самой Готики, например, или Dragon Age, список модов, типа там, или что-нибудь типа такого. Я там смогу выкладывать списки вам эти, потому что нам в будущем будет прохождение обязательно. Ведьмак 3, ну там модов не так уж и много, но все равно обязательно будет прохождение, не прохождение, а скорее всего будут стримы Fallout 4 и Skyrim. Я могу вам это гарантировать, что это будет, потому что у меня как бы желание есть в эти игры замечательные поиграть. Так что, а весь этот список модов, там, естественно, модов можно установить, сами знаете сколько, дохренище, на самом деле. И я хочу списки эти все выложу туда, ну и может вы там пообщаетесь, может просмотр увеличится за счет контакта. Как вам эта идея, напишите в комментариях, стоит создавать группу и так далее. Если стоит, ну я все-таки, наверное, создам, если... Комментарии будут типа, ну создавай, типа, давай, я это в следующих прохождениях обращайте внимание, что ссылка появится в описании. Что касается дальнейших прохождений, у нас сейчас будет StarCraft 2, до конца мы его должны пройти, ну именно кампанию за Заргов. Именно кампанию за Заргов мы с вами до конца пройдем и оставим ее. Кампания Потасов и новая нас подождет. Мы пойдем Ведьмак 3. Люди этого некоторые ждут, особенно Николай. Ждут, и мы будем его проходить. Наши войска атакованы. Как обычно, я тут чаек пью, чаи гоняю. Ну, уж моя фишка. Потом. Насчет прохождения, я когда-то обещал, что буду проходить Эликс на канале. Наверное, все-таки не будет Эликс на канале. Если хотите, я запишу конкретно по Эликсу, ну, так сказать, мини-обзор. Конечно, уже поздно, игра скрязанка, да? Но я скажу, почему ее не будет... В этом видео я расскажу, почему я не буду проходить ее на канал. Если хотите, тоже сделаю этот ролик. А потом я не знаю. После Ведьмака остается опять StarCraft компания за Потасов. Я уже не знаю. Старые игры почему-то. Я много старых игр откопал, которые я хотел бы вам показать, поиграть. Там, старички, наверное, вспомнят, как я, типа, меня. Но... Они все... вирусами понатыканы, то есть... Трояны, всякая хрень и так далее. Компьютер, блин, на них ругается вообще жестко. Или после запуска они просто тупо не запускаются, и все. Так что, к сожалению, не получается. Может, найду.
Заодно, может быть, группа ВКонтакте нам это, к этому это поможет, кстати. Может быть, поможет. Наготове. Я следую. Так что, я думаю, что у нас все получится. Насчет стримов, опять-таки, блин, ну извините, ну не получается у меня каждый раз часто запускать стримы, и это, в конце концов, вы понимаете, что, должны понимать, что у меня есть основная работа, потом я живу не один, как вы знаете, я живу в частном доме, то есть сейчас вот весна, лето, работы начались и так далее. Надеюсь, что все будет, все будет. Потихоньку, как вы 1000 добились, через 7 лет добьемся 2000. Надеюсь, что быстрее дойдет вторая 1000. Блин, ну заранее речь не готовишь, потом забываешь, о чем хочешь сказать людям, а? Блин. Честно, забыл. Ну, наверное, по ходу дела разберемся. Еще раз хочу сказать спасибо вам большое, народ, за поддержку, за то, что смотрите, ставите лайки, комментируете. Это очень много для меня значит, если честно. Вы не... Вот на самом деле скажу, вы не... И повторюсь даже, и не один раз повторюсь, сколько раз я хотел бросить все это. Плюнуть хотел и бросить, вот честно скажу. Потому что канал, это очень много времени занимает. Естественно, ну, все мы хотим кушать, да? Согласитесь со мной, я думаю. Все мы хотим кушать. И от дохода мне никакой канал не приносит. Естественно, приходится как-то выкручиваться. Так что, как-то так. На этом, наверное, все. Может, что-нибудь потом еще вспомнится. В будущих прохождениях, в комментариях, может, обсудим. Спасибо еще раз. Спасибо большое, что смотрите. И увидимся.